Хочу вам сказать, что, во-первых, сразу же хочу осудить те действия, которые совершили наши ребята. Это члены нашей диаспоры. Мы осуждаем эти действия, мы понимаем, что они были неправы. Имеется в виду само последствия этих действий. В общем-то, и начало. Все-таки изначально они хотели врезаться там в какую-то колонну, и, в общем-то, что послужило, в общем-то, развитию этого конфликта. Я сразу хочу сказать, чтобы не было никаких инсинуаций, что мы осуждаем это действие, и эти ребята получат то, что они заслужили, как по закону, так и от своих родственников, от родителей, очень уважаемых людей, кстати, в Украине.